Еще в начале года Павлодарская область была в аутсайдерах среди регионов по реализации программы 7-20-25. Тогда во всей области одобрения банков на льготное жилищное кредитование получили всего лишь 2 заемщика. Сегодня ситуация кардинально поменялась. В лучшую сторону количество желающих стать участниками программы выросло в разы. При этом сами работодатели помогают людям воспользоваться программой 7-20-25. На призыв усилить работу направления 7-20-25 в Прииртыше первыми откликнулись медицинские организации. Они пошли навстречу своим сотрудникам в решении вопроса с первоначальным взносом. Например, в Павлодарском кардиоцентре начали выдавать беспроцентные суды, желающие приобрести жилье по госпрограмме. Данное суда из внебюджетных средств, то, что посредством платных услуг зарабатывается в нашем центре, прошло, естественно, через согласование наблюдательного совета, комиссионно. Определены сроки займа, чтобы это было и удобно для сотрудника, чтобы это не было большой выплатой в месяц, чтобы он мог выплачивать и кредит в банке, и данную суду. Деньги в рассрочку дают в размере 10% от первоначального взноса. Вторую часть безвозмездно местные власти компенсируют в виде жилищного сертификата. В итоге у заемщика снимается вся финансовая нагрузка. И главное, решается квартирный вопрос. Молодой врач-кардиолог Асима Жантимирова кредитуется именно по этой схеме. Уже нашла квартиру, сдала все документы в банк, ждет заключения договора займа. Мы подали заявку в Акимат для получения жилищного сертификата. И очень надеемся, что мы получим этот жилищный сертификат в размере 1 000 000 тенге. То у нас первоначальный взнос 2 миллиона. То есть мы выбрали квартиру двухкомнатную, стоимость 11 миллионов. То есть квартира нам очень понравилась. Мы все вместе выезжали, смотрели. Квартира очень просторная, уютная. На сегодняшний день приобрести квартиру по программе 7-20-25 выразили желание более 20 медиков. 8 из них скоро получат кредиты в банках. Почти с десяток павлодарских медицинских центров, стационаров, больниц и поликлиник уже участвуют в программе 7-20-25. На сегодняшний день каждая из них готова поддержать от 5 и более своих сотрудников. Получается, 50 молодых семей, нуждающихся в жилье, таким образом смогут решить свой квартирный вопрос. Если бы эту инициативу переняли другие предприятия и организации, то программа 7-20-25 заработала бы в полную силу. Ербул Абишев, Самат Аспанов, Алексей Омельницкий из Павлодара, Хабар 24.